Відео підготовлене сайтом onlinegdz.net. Lesson 79, урок 79, exercise 2, упражнение 2. Прочитай советы, которые дает врач своим пациентам в детском саду. Придумай похожие советы для своих одноклассников. Would you like to be healthy? Вы хотите быть здоровым? Eat carrots and cabbage. Ешьте морковь и капусту. Don't eat sweets and cakes. Не ешьте конфеты и пирожные. Теперь нужно составить похожие советы для своих одноклассников. Например, eat potatoes and bananas. Drink juice, don't drink coffee. Eat potatoes and bananas. Ешьте картошку и бананы. Drink juice, пейте сок. Don't drink coffee. Не пейте кофе. На этом задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.